Приветище! Сегодня у нас с тобой игрушка под названием «Стрей». Котяцкая история. Ух, дождин какой льет! А я же не люблю воду. И вообще дождь. А, бесячая погода. Конечно же, кошек больше всего бездомных. Где? В подвальчиках. И мы тоже где-то в подвале. О, блохастый, смотри, выполз. Второй блохастый выполз. Типа, а, сними меня на камеру, сними, я здесь. Прыгает что-то. Ну, короче, понятно, они в каком-то... Я не знаю, что это. Это не подвал. Какой-то тоннель с водопроводом, наверное. Четыре блохастика. Как бы бездомные кошки, они по-любому блохастые. Это 100%. И вот он я. Вот он я. Вот он, блохастик. Погонял блохастый. Значит, что, вроде все. Ой, да я рыжий. Не, погонял рыжий можно замутить. Усатый блохасто-рыжий. Не знаю, над погонялом надо еще подумать. Призывной будет у меня, знаешь, что, блохастый хвост. Вот, наверное, такой. Рыжий блохастый хвост. Нет, слишком длинно. Что-нибудь сделать можешь? Ой, я трусь об другого блохаста. Фу, обмен блохастыми. Он меня еще и облизал. Ой, ну это, конечно, приятно, но... Мы умеем мяукать. Ага. Ну, отлично. Понюхаем цветы. Все четко. Можем поболтать с вот этим кошаком? Здорово, братья, здорово. Здорово, здорово. Давай порубимся. В пятнашечки поиграем с тобой, давай. Все? Ну, такие себе игры. Такие себе игры. А ты что лежишь? А, вы тут картонку себе нашли, нифига себе круто. Вот это круто, я тоже поваляюсь. За хвост, вот так вот. Представлю, что это змея. Ну ты достал меня, слышь, блохастый рыжий. Отстань от меня. Отстань. Ты что, сдох, что ли? Нет, ты не сдох. Фу. Фу, какой ты невкусный, я пошел. Ну чё, ладно. Чё я могу делать? Я могу муркать. Вот так вот муркать. Няшно очень, все прикольно. Двери смогу открыть? Как-нибудь. Нет, не смогу. Что мы здесь делаем, собственно? Пережидаем дождь, это как бы понятно. А, лечь на картонку. Чтоб у нас тут это, не трио, а четверо было. Как, кватро. Эндо, тва, кватва. Все, короче, мы спим. Пережидаем дождь. Как красиво показывают нашего рыжика. Бабуська летит. Ты просрал бабуську, иди лови ее. Насрать мне в тапки, ну сколько можно спать-то, давай уже, пошли. У меня, кстати, тоже есть кошка. Вот, и она мне как-то реально нассала в тапки. Не насрала, слава богу, но нассала. Я там это... Ну, короче, мы с ней там кое-что не поделили. И вот она мне мстила. Чё ты в камеру-то смотришь? Не смотри в камеру, мы фильм снимаем. Голуби, белые голуби. Внутри стен. Это, видимо, первая глава такая. Козьки такие топ-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп по трубам. По трубам шагаем блохастиками. Где это они вообще, интересно, находятся? Где люди, собственно? Люди-то где? Были бы люди, они бы их, наверное, уже в приют пристроили. Бомжи бы, может быть, сажали бы их, либо кто-нибудь приютил бы их к себе домой. Они такие милашные. Я так полагаю, это мои братья и сестры со мной тут бродят. Братья и сестра. Опять давай помяукаем. Вот так вот, да. Может, нас кто-нибудь услышит. О, они тоже ответочку дали. Красавцы. Я тут могу что-нибудь? Вот, прыгать могу. Смотри, болотистая вода. Если мы спрыгнем в эту жижу, то мы станем зеленые. Ты хочешь туда спрыгнуть? Нет, он не хочет туда спрыгнуть. Жабы, я где-то слышу жабы. Есть. Ох, схватить бы этих жаб за лапы. Ну чё, вроде бы нам тут как бы, собственно, делать-то нечего, кроме как идти вперед. Давайте все муркнем. Итак, на раз-два. Да пошел ты в жопу, да, мне сказали все. Рыжий, ты достал. Отстань. Чтобы мяук... Так я только что мяукал. Во! Во, на раз-два сработало. Со второго раза.
То есть я не совсем такой авторитетный кот. У нас авторитетный, он рыжебелый, он всех ведет. Местный авторитет бандюган. Мафия. Он содержит нашу мафию. Хопля. Чё? Бегите давайте, шустрый, чего вы отстаёте-то? Можно поточить когти, да? Слава богу! Я так давно когти не точил. Ой, как это прикольно сделано на геймпаде новом. Чё-то как-то вяленькое я точу, да? Я точно не кошка. А, надо вот так вот делать. А, да. Вот это круто. Надо очень быстро жать на кнопки, иначе все будет в тартарары лететь. Я так могу до бесконечности точить, потому что я же котеч. Ладно, хватит. Хватит нервировать дерево. Оставил меточку, типа, я здесь был, да? Все, вот мои 6 меток. Или 8. Сколько когтей? Сколько когтей у кошки? 4. Нет, 5. Сейчас, подожди. Че? Я смотрю на свою ладонь и думаю, сколько у кошки когтей. Да, на самом деле я кот. Переросток. Вот так вот запрыгиваем. Ребятки, куда вы пошли? А, в лужицу. Не пей, козленочком станешь. Ты че? Это опасно. Грязная водичка. Мои почки. Почки же воду не перерабатывают. Они мочу. Тьфу, блин. Короче, моя печень. А печень тоже воду не перерабатывает. Че воду перерабатывает? Да почки вроде. Почки, да. Если пить грязную воду, камни в почках будут. Все, хватит, попили, пошли. Пошли. А так вот. Печень кое-что другое перерабатывает. Тяжелые напитки, так сказать. Чаек крепкий. Зеленый. Вот, сюда спрыгаем. О, трубы, снова трубы. Ну, пошли. Прикскок. Пока что игра напоминает мне бродилку. Я тоже так хорошо, как ты, белорыжий. Слушай, у нас тут два белорыжих, не запутаться ли? У нас есть один черный, кстати, где, куда? Куда черный делся? Я знаю одну примету, типа, если кошка черная пришла тебе дорогу, то лучше дорогу не переходить, а то это очень плохо кончится. Удерживайте их, чтобы прыгнуть несколько раз. О, это Assassin's Creed начинается. Но по поводу черной кошки все это брехня, не слушай никого. Вообще никого не слушай. Я тебе сейчас расскажу страшную присказку. Да, это не присказка, не знаю, на самом деле так и было, наверное. Короче, в Европе всех красивых женщин считали за ведьм. Это в далеком-далеком средневековье. И их, короче, сжигали на костре. Прикинь, за то, что они просто красивые. Вот, типа, как так можно-то поступать? И вот тут вот тоже такая же история. Вот черная кошка и все, и капец. Ну не, это бред полный вообще. Понапридумали всякой ерунды. Вот проход у нас тут, прочистимся, блин. Как я могу ходить по мокрой воде? Я же ее ненавижу. Мои лапки бедненькие. Удерживайте, чтобы осмотреться. Я и так могу вот осмотреться. А, вот поближе. Ребятки, опасно. Ну вы даете, ниндзя. Че мяукаешь? Что ж зассал, да? После меня? Не, давай ты дуй. Давай, пошел. Он говорит, не, иди ты в жопу, я не пойду. Я лучше в тапки подсу, да? Ну ладно, я тогда пошел. В тапки пасать это такое важное дело. Хлыбысь. Оп-тёп. Чё, заставочка пошла? О, я знаю, чем эта заставочка закончится сейчас. Все на ней плакали просто до невозможности. Давай, рыжуня, давай. Я знаю, что ты обосрёшься. Тебе просто не фартануло. Ну, вообще, у кошки есть 9 жизней, поэтому... А эти братюньки такие, сдохни, рыжий! А я такой, да пошли вы! И свалился вниз. Не, на самом деле, они смотрели на меня такие, типа, братюнь, как ты там? А я говорю, жопа мне! И падаю. Ну, как я говорю, кошки очень живучие. Ты видел когда-нибудь, как кошки с высоты прыгают? Я здесь очень плохо упал, между прочим. Кошки, когда с высоты прыгают, они как парашют раздуваются и пытаются на лапу приземлиться. А тут я на бочину упал. Может, что-нибудь себе отшиб, кстати. Ну да, я себе лапу отшиб. Блин, в ляху, походу, упал. Эх. Мяу. Это что, братюньки мои мяукают там? Под конец мне кричат. Лошара!
Они все втроем перепрыгнули, а я один не смог. Ой, как лапки трясутся. Сознание потерял. Видимо, носток сильно упал. Крысы. Я вижу крыс, вон в мусорке ковыряется. Вон, стой. О, экранчики засветилось. Это что, фантомы какие-то? Кто в мусорке-то ковыряется? Мне вот эти огоньки вообще не сдались никуда. Я хочу посмотреть, кто там ковыряется. Что это за фигня? Это хомяки, что ли? Нет, это не хомяки, это бегающие картошки какие-то. Ты знаешь же, что у картошки есть глазики? Ну, глазики, вот эти вот белые глазики, из которых прорастает потом куст, и картошка типа плодится, ну, и она разрастается, и ее больше становится. Короче, я гений объяснения вообще. Короче, у картошки есть глаза. И вот тут тоже картошки с красными глазами бегающие, только еще с ножками. Это мутирующие картошки, это ужас какой-то, ужас. Куда я попал? Может, это сон вообще? Может, я сплю? Да, вот эту вот мусорку они ковыряли. Давай тоже ее поковыряем. Ты можешь это сделать? Нет, он не может сделать. Как дерево бы поковырял, расковырял бы эту мусорку. Значит, нам сюда и надо идти, за этими картофанами. Неудачный прыжок, приз получен. А почему там нарисован человек падающий? Мертвый город. Ух, страшно как. Обосраться просто. Вот говнище, в мертвый город пришел. Вот жил же себе в подвальчиках, там по трубам прыгал. О, по трубам прыгал. Реально картошки. Подожди, он куда-то сюда. Вот сюда вот один убежал. Давай-ка я запрыгну. С высока на них посмотрим. А, ну они... Они как крысы, короче, по норам куда-то разбежались. Эй, чуваки, я хочу с вами подружиться. Вы где? Картофель. Фри. Картофель фри. Картофель фри. Понятно, тут прохода нет. Возможно, мне нужно будет сейчас прыгать. Двери я открывать не умею, потому что ручек у меня нет. У меня шлапки. А, ну так вон. Пойдем туда. Пойдем сюда. И через... И вон туда, наверное. Ага, точно. Я гений кунг-фу. О, камера. Давайте помяукаю. Прикольно, он даже башкой мотает. Он со мной согласен. Я ему говорю, что жизнь говно, я просрал все, я упал с трубы. Лоханулся по полной. Друзья тоже меня киданули. И он такой, да-да, жизнь у тебя ни о чем, отстой. О, картофель фри. В бутылочке можно в футбик поиграть. Слушай. Мяу. В города, ё-моё. Разбей бутылку и выиграй город. Он все равно дохлый. Мы же в мертвом городе находимся. А это кто такой? Это этот. Как он? Дровосек. Из страны чудес. Его смазать и все будет нормально. А чучело тут есть тоже из Алисы. В Зазеркалье, в стране чудес. Все сказки перебрал. Хотя Алиса в Зазеркалье, это ну, тоже. Алиса в стране чудес. Это все одно и то же. Там, помнишь, был пугало, железный дровосек, лев и все в этом духе. Так, а я типа Алиса, да? Кошачья Алиса. Короче, не буду я приплетать сюда сказки все. Так, ладно, спрыгну отсюда. Нет, я вот сюда запрыгну. Типа как кошки делают. Нет, мне здесь не нравится, я спрыгну. Покружусь. Снесу стул. И запрыгну сюда. Вот так. О, нифига себе, мне что, сюда не надо было, наверное? Нет, мне сюда явно не надо было. Может быть, на трубу запрыгнешь? Блин, ну можно было на трубу запрыгнуть. Эх. Камера, привет. Я тебя помяукаю. Тоже болкает мне башкой своей. Болкает. Еще один железный дровосек. А где люди-то? Такие, знаешь, эти... Как они? Как это называется-то? Трущобы какие-то. Каменные трущобы. Ну, воду-то я не полезу, но какая-то едкая. Люди сдохли от такого говнища, что тут на планете происходит. Вот от этого вот мусора, который они тут наплодили, да? И остались только кошки. Собак тут нет. Кстати, собаки тут есть, интересно? Ну, туда мне точно не надо, поэтому я вон по вентиляции сейчас попрыгаю. По кондеям. Чпиньк, чпиньк. Я даже знаю этот язык, смотри, что там. Кофейня находится там. Но почему знак тут висит, как будто для кошек специально, да? Стоит. Или его просто убрали за ненадобностью. О, блин. А теперь вот тут вот значок показывает, что кофе там. Типа сюда идут, кофе здесь. А тут значок показывает, что кофе там. Вот дела. Да ладно, шучу, прикалываюсь. Ой, здесь тоже
Следуй за мной. За кем? За кем следует? А, камера. За мной следят. Он говорит, да-да-да, дуй. Дуй за мной. Сейчас меня какие-нибудь бомжи поймают и сделают из-за меня шаурму. О, поиграться можно? А, ага-га. Подожди, я могу набрать воду? Бросить. Ну, давай бросим вот тут вот. Черт подери, какой я неуклюжий кот. Вода наберется так? Я думаю, это слишком долго. Тут где-то должен быть вентиль. А, вот еще ведерко, смотри, есть. Еще ведерко. Где вода? Где вода? Копает у нас. Новый год к нам придет. Дальше я не знаю, что будем делать мы в этот Новый год. Походу, лакать не молоко, а воду. Сейчас, подожди. Такие звуки, как будто я тут алкаш притон делаю. Ну, вот эти вот звуки алюминиевых банок. Вон еще ведро, смотри. Нафига тут ведра? Ну, нафига здесь ведра? Криво поставил, ну ладно, пойдет. Кому-то здесь водичку наберу. Ведра обычно ставят, когда протечки с крыши. Но тут же протечка с крыши идет, да, правильно? Я все правильно сделал, все. Опля. Ого. Ого. Ну слушай, у меня сколько жизней? Из 9 у меня еще 8 жизней, поэтому погнали. Пошли. А, нет, кошак не дурак. Говорит, да ну нафиг, я туда даже палец не суну. Сам толкай. Я лучше пойду поблюю шерстью. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Ну пойдем притащим ведерко. По-любому ведро здесь нужно. Чтобы заклинить все это дело. А еще я услышал какой-то звук роботизированный. Как будто за мной следят. Как будто за мной следят. Не, ну по мне, за мной точно следят камеры. А, вот это вот, наверное, пикнуло. Вот эта вот штука. Вот, вот. Так, ладно, бросить. Вот я бросаю. О, отлично. Краска. Там кто-то враждебный, нет? Давай просто скинем одну. Балдежно. Чисто кошачий подход. Если что-то стоит на краю, надо это сбросить, потому что оно просится, чтобы его сбросили. Меня так кошка тоже любит делать. Особенно если у меня кружка на краю налитая с чаем стоит. О, да, ей только возможность, она это все скинет нафиг. Обалдеть. Кайфанули. О, здесь вот эти вот штуки от голубей сделали, смотри. Вот эти штыри такие. Чтоб голуби на них не садились. И не срали. Что там, кто там болтает? Где-то телек есть? Вот это тоже скинем. Поближе надо, с двух раз. Черт, с первого раза не получится. А, нифига себе. Иногда не все с первого раза скидывается. Не с первой лапки, как говорится. Follow me. Да иду я за тобой, иду. Ой, подожди, ну это грех. Тут просто не полазить и ничего не сбросить. Давай, все это нафиг сбрасывай, сбрасывай, сбрасывай. Вот так вот, вот так. По ковру же можно. Вот, да, вот это вот удовольствие. Вот это вот классная штука. А, да, дырка в ковре обеспечена. Обожаю ковры драть. Ведро. Ведро можно запрыгнуть и спуститься вниз. Нам, походу, это и нужно сделать. Ладно, прыгаем. Уиу, лифт кошачий. Забавно. Спасибо тебе, мешок. Не знаю с чем. А-та-та. О, привет. Ну да, прикольный картофельный. Я бы одну сожрал. Затестил. Какова она на вкус. А вообще это живой организм? Или это? Вон, смотри, кажется, это живой организм. Вот они тусят тут. Здорово, ребятки. О, живой! Ну нифига себе. То есть картофельные едят железо, что ли? Нет, значит, это не живой организм. Ну давай поболтаем с тобой. На тебе по щам. Вырубил его. Там кнопка вон, видишь, ты по кнопке, видимо, по тумблеру какому-то жбахнул, и он отключился. Я ничего не делал, если что. Я тут вон мусорки ковырялся, блин. Это место преступления, я отрубил робота. Я его вырубил, а может быть даже убил. Короче, если что, это не я. Меня здесь не было. Меня могли только картофельные засечь.
Но, надеюсь, они ничего никому не скажут, потому что они его жрут. Маленькие каннибальчики металлические. А-ля-ля-ля-ля-ля. О, кажется, кто-то был впереди, да? Я не в ту сторону посмотрел. Блохастый рыжий хвост. Будь осторожен. Ох ты, сколько их здесь много-то. Вот это я попал. Картофельный, я хотел вас попробовать, но походу сейчас попробуйте вы меня. Такая банда, надо бежать. Мчим отсюда, срочно. Удерживайте, чтобы бежать. Да я бегу. Ой-ой-ой, я бегу, походу я не ту кнопку жму. Давай, киса. Беги. Что там сзади происходит? Ух, нифига себе. Не врезаться бы ни во что. Я бегу. Так, нам потом наверх. Ладно, что сзади? Что сзади, посмотрим. Пока они... Ай-ай-ай-ай-ай-ай, зацепился. Черт, это что за хэдкрабы такие? Half-Life, что ли, переиграл? Ай-ай-ай-ай, сразу три штуки. Но они вроде не кусаются, они просто на меня садятся. Ого, смотри, смотри, вот это что, это коконы их? Это живые организмы, между прочим. О, как тут тесно. Черт, их тут дофига, походу, будет. Вот сюда. Фух. Бежим скорее. Скорее бежим. Теперь сюда. Ну нифига ж себе, здесь отряды целые. Я столько комаров на улице не вижу, сколько этих картошечек фри. Все, свалили. Убежали, кажется. Фу. Сейчас тут экран должен загореться. Ага, точно. Куда? Нажмите, чтобы мяукнуть. Я мяукнул. О, тут лапшу продают. Можно будет пожрать. Чудесно. Значит, мы можем запрыгнуть сюда, все баночки, скляночки скинуть. Как настоящий кот. Но мне они не обоссались вообще. Поэтому нам надо запрыгнуть еще выше. Наверное. А, вот сюда вот нам надо. Теперь на трубу. Блин, коты. Вот откуда появился паркур? Это все коты. На котов посмотрели, на кошек, и поняли, что люди также могут. И вот теперь все паркурят. А все говорят, паркур придумали французы, французы. Да кошки придумали паркур. Ну, вроде бы. Вроде бы все у нас удачненько складывается. Вон еще одно окошко, и там мы сейчас кого-то встретим. Свет есть. А Свет говорит о чем? А Свет говорит о том, что мы сейчас кого-то тут можем и увидеть. Но это не факт. О, в бочку можно залезть. О, смотри. Круто. Стелс. Во всей красе. Так, а бочку нам нужно перекатить, наверное. Это специально сделано. Бочку сюда закатить, чтобы на козырек запрыгнуть. Вот таким макаром. Ой, опасно, как все. Что-то мне это напоминает. Здесь труп не будет, с которых я свалюсь. Спрыгивай, Котя. Спрыгивай. Как таинственно и туманно. Я мяукнул тебе, я здесь. Кто же нас куда ведет, как думаешь? Ой, да ладно, что, сейчас опять обосремся? Но бывает, бывают такие случаи, слава богу, не на самое дно упали. Это все хорошо. Куда нам идти? Куда нам пойти? А, вон туда. Стрелочка даже появилась. Нам какой-то хакер помогает, потому что он взламывает систему... горение, систему свечения неоновых лампочек. Досочку может уронить. А чтобы досочку уронить, нужно наверх, на самый верх запрыгнуть. Сейчас мы это и сделаем. Досочка хлыбыщ. Жалко, это не стаканчик, который бы разбился в дребезги. Блин, меня тут отвлекли. На паузу игру пришлось поставить. Поэтому... Ну как отвлекли? По важному делу, собственно. Поэтому я забыл, о чем я тут тебе монолог устраивал. Что я тут глагольствовал, разглагольствовал. Бутылки. О, про стеклянные что-то я там говорил. Это кружки, да, разбивать и всякое. Ладно, проехали. Это было давно. Я уже не помню, что я хотел. О, по лампочкам. Сейчас-то ты по лампочкам сможешь лазить? Нет, не сможет. Блин, я-то думал, тут кошки такие супергеройские, что они будут лазить по ниткам. Тоненьким ниткам. Хотя, какие мне нитки, если подо мной трубы трескаются и падают.
Нитки уж и подавно сдриснут. Че, куда нам? Подскажи мне, братюнь. Туда? Ага. Круто, когда он подсказывает, да? Старший брат. Большой брат, который следит за мной. Ух. Ух. Вот я бы запрыгнул. Да, вот тут, в принципе, так и надо было. Все так загорается, когда я прохожу, словно... Что-то там отвалилось. Я же говорил, что там подо мной все дриснет. Кажется, тут табличка была, да? И она отвалилась. Окей. Короче, я дарю жизнь. Где я прохожу, загорается неончик. Мне теперь сюда надо. Город оживает при моем появлении. Я волшебник. Блюхастий волшебник. Мне нужно что-то закинуть. О, где это я? Я вижу потолок и пол другого здания. Ну, в смысле. Вот потолок. Если я делаю вот так, я вижу пол. Пол. Я как бы сквозь потолок прохожу, вижу пол соседа сверху. Прикольно. Здесь вот можно взять... Я штекер вытернул. Но подождите, какой интересный штекер. От чего он питается-то вообще, этот штекер? Ну, я его возьму с собой, как бы. Может, он пригодится где-нибудь. Квартира. О, хатку нашел. Зачетная хатка. Будет моя. Мы тут все раздубасим. Какое интересное решение. Смотри. Душ встроенный в туалет. И тут одна дырка для смыва. Дизайнерский подход, все дела. Слушай, ну тут хотя бы полазь есть где. Это кто такой? Нужна помощь. Я что, сейчас буду хакерить, что ли? Да что такое тут валяется? Да, сперва. Раз нужна помощь, я сделаю вот так вот. Ох, господи, кайфец. Обалдеть. Аж мураши по мозгам побежали. Ну, хорош. У нас дела есть. Важная миссия. Мне нужно взломать Пентагон. Пойдем взломать. Ну, ё-моё. Книжки упали. Ну, ладно, это не я есть еще. Извините. Что тут написано? Нужна помощь. Сейчас я тоже... Гдзэдзэдзэдзэдзэ. Что это я написал? Это... Я кодирую? Данные повреждены. Нужна помощь. Для скачивания требуется тело. Войти в дверь. Включить. Найти что-то там. Найти тело. Это не я даже печатаю. Это бутылка навалилась на клавиатуру. Вот так вот я печатаю, когда хожу. Войди в дверь, включи там что-то, найди тело. Ладно, пошли. Посмотрим, что мы здесь имеем. Я-то думал, я кодю, на клавиатуру наступил, кодю. А эта бутылка просто на клавиатуру попала. Печатала за меня. Вот это поворотка. Ого. О, штекера есть. Жесткие диски. Ну нифига себе, сколько здесь жестких дисков. Вот эту вот штуку я выдерну. Это мне, наверное, пригодится, чтобы он туда поставить. Давай, например, сюда поставим. Тут что-то должно... Вон экранчик загорелся. Где-нибудь еще тут есть этот штекер? Штекер, вот. Вот штекер есть. Опля. Я поставлю его сюда. Нет, ну не так, я его воткнуть должен. Ага. Еще нужно два. Где-то они здесь болтаются. Где еще может быть два? А, вот, смотри. А, нет, это рубильник. Это я выключу, стой. Стой, не надо так делать. А, у тебя тут штекер есть, подожди. Ну, я его успел вытащить. Ха-ха-ха. И последний. Вон он где. Ну, мне в любом случае нужно вот эту вот штуку вытащить опять. Опять вот эту штуку. Ключи, смотри, там ключи висят. Я бы с ними поигрался, конечно, но не слишком высоко. Оп. Оп. И вот так вот. Стой, подожди. Не выкидывай эту штуку, это нужная штука. Готово. Да обосраться просто можно. Здесь тайников, как в средневековом замке. Что это за факушка тут? А, это не факушка, это дрончик какой-то нарисован. О, тело! Я нашел тело! Подожди, кто-то дышит. Явно кто-то дышит. Ты
чё, живой, что ли? Какие странные звуки, это музыка, походу. А чё, куда мне, вот сюда надо запрыгнуть? Ой, бошку оторвал. Ла! Что это за фигня? О, так это ж дрон. Это тот самый дрон, который на экранчиках показывается. Камушек можно взять. А, это не камень. А, я мяукать не могу, когда у меня во рту всякая фигня. А, вон стрелки показывают, смотри, типа, давай туда. Снова по клавиатурам побегаем. Обожаю бегать по клавиатуре. Вот. Загрузка данных. B1-2. Одна вторая часть робота там у него на башке. Ой. Ты сейчас разломаешься же. Ты летать умеешь? Крутой. Че ты на свои деньги там на меня раскинул? Получил? Нефиг на меня пялиться, понял? Все, ты сдох? Слава богу. Ненавижу всякую чернечисть летающую. Да, кажется, он сдох. А, нет, он нажил. Какая интересная безделушка, я бы с ней поиграл. Че? Ты че, болтать умеешь, что ли? Смотри, кошаку вообще насрать. Как бы перед ним летающая какая-то фигня. Я бы... Вот если бы настоящая кошка была бы или кот, он бы, короче, смотрел на нее таким взглядом, что хотел бы ее сожрать и поймать. Сработало, я свободен, спасибо. Я с трудом поверил своим камерам. Кот в мертвом городе. Я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена. Я очень долго был заперт в электронной сети. Я знаю, что работал на ученого, который здесь жил. Пока можешь называть меня B12. Так написано на моем корпусе. B12. Ну да, я видел. В мертвом городе небезопасно, но ты, похоже, знаешь, что делать. Пошли отсюда. Следуй за мной. Может, не надо за тобой следовать? Не один. О, ну круто, у меня теперь друган появился. Ключики. Этот ключ отпирает дверь. Это я помню. Сейчас помогу. Ну давай. Ключ? Очень хорошо. Батарея садится. Подойди сюда. Куда подойти? Ну, я иду. Тебе придется это надеть. Что это за фигня? Ох, елки-палки. Я больше никуда не пойду. Он залетел. Короче, когда я на кошку надеваю... Как она это? Не поводок, а шлейку. Вот, шлейку. Она так же ложится и не хочет никуда идти. И приходится за шлейку ее тащить, волочить. И только через несколько минут она начинает идти. И... Ой. Ну все, это неприятно. Это очень неприятно, когда на кошку что-то надевает. Она вот так вот будет теперь ходить, словно на нее что-то давит сверху. Ну и капец. Обосрать. Вот это говнище. Что-то на меня напялили. Этот рюкзак разработан для таких маленьких четвероногих, как ты. В смысле, как я? Ты тут первого кошака увидел, ты сам мне это сказал. Неудобно? Конечно, неудобно. Сними с меня эту фигню. Не переживай, привыкнешь. Ты достал меня, я тебя сейчас сломаю, как лапой дам тебе по жбану, привыкну. Я цифровал ключи и положил его в рюкзак. Молодец. Нажмите, чтобы открыть инвентарь. О, у меня инвентарь есть. Ну, здорово. И чё, ключи осмотреть могу? Короче, понятно. У меня только ключи есть. Легко и просто. Если тебя заинтересует какой-то предмет, покажи его мне. Или другим, если мы их встретим. А теперь пошли отсюда. Пошли, хватит уже болтать. Как было хорошо, когда я тебя не встретил, а? Ты такой задолбан, задолбуш. Да, ты меня задолбываешь, поэтому ты задолбуш будешь звать. Называться. Задолбыш. Хорошее название, слушай. Так, куда нам идти? А, дверь открыть. У нас же ключи есть, поэтому мы сможем открыть дверь. Открывай. Выберите предмет. Да что выбирать-то? У меня один предмет в рюкзаке. О, какие вы душные, какие вы нудные роботы, а? Где это? Почему все темно? А есть фонарик у тебя? Посвети мне своими глазами, зеньками. Значит, в лифт, походу, нужно, да? Давай, вызывай лифт. А, кот нужен. Кот нужен. А где его искать? А, фиг ты его поймешь, где его искать. Погоди, может быть, у меня в рюкзаке что есть? О, фонарик, отлично. То, что нужно, то, что я искал.
Кот. Вон он, кот. Надо запрыгнуть. Код, значит, у нас 3748. Ага. 3748. 3748. Пойдем наберем. 3748. 30. Набирайся. 37. 48. Вот. Сработало или нет, или что? 37. 48. Во! А чё сразу-то не сработало, я не понял. И открыл я широкую дверь своими лапками. И вышел я на улицу. Ведро! Ух ты! Ну и местечко. Тот лифт вдали, думаю, он важен. Я знаю, что нам нужно подняться наверх. Капец, ты все знаешь. Короче, ведро. Ненавижу ведра, если честно. И какая-то это не очень конструкция. Ладно, давай скатимся и будем закругляться. Погнали. А можно шустрее? Можно быстрее? Что-то как-то слишком медленно катимся. Давай шустрее. Я сейчас ведро насту. Да уж. Скукота. Вообще скукота. Ну вот мы и прибыли. Какой красивый пейзаж тут нарисован. Погоди, я помню аутсайд. Такое ощущение, что я был там раньше. Ты оттуда пришел? Я кому-то обещал туда пойти, но кому? Это открытка. Рисунок на стене был сделан с нее. Давай возьмем ее. Получен новый предмет. Открытка со стены. Откуда у меня эти воспоминания? Как они сюда попали? Пошли дальше. Так, игра плавно... Восстановлено новое воспоминание. Игра плавно переходит в... Вспомни, что было у робота, да? Сейчас главным героем стал робот, а не кот, поэтому... Все, надо закругляться. В общем, если тебе понравилось и ты хотел бы увидеть прохождение и продолжение, то, собственно, ставь лайк под этим видео и подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи!